говоря, трижды. Даже трижды. Лучше замешил, ну да, и дважды терпел поражение. Нидерландский кикбоксер Питер Айр по прозвищу Нидерландский лесоруб. Сейчас мы увидим. Дрался Питер Айр, в принципе, со всеми. И с Лебанером сражался, с Эрнестом Хустом тоже 5 поединков, как и с Сэмми Шилтом. Один всего бой с Реми Баньяски. Бился с Бадром Харин. Давайте послушаем представление двух спортсменов. My name is Peter. I've been fighting for the Nats. I fight all my life already. I fight 28 years old. Long, long time. My name is Moura Gouzidi. I'm fighting off Tunisia. This is my game. I have a lot of experience. Most of the guys were not born when I fought already. Glory has the best fighters. For every fighter is the place to be. You must be tough at tournaments. It's funny, I can tell you. One time you don't watch, can be over in this game. Итак, Питер Айртс говорит, что у меня очень много опыта, я дерусь уже на протяжении 20 лет. Это почти вся моя жизнь прошла в поединках. Для меня это много значит. Для меня это как своеобразная игра. Я очень опытен, и здесь, на самом деле, в супертяжелом весе один удар может решить все. Один удар, который ты пропустишь, который ты не увидишь, может определить исход боя. Мурат Бузиди говорит, что считает компанию Glory лучшей, так как у нее лучшие поединки, лучшие спортсмены в ней представлены. Он готов встретиться с легендой K1 и готов продемонстрировать все, что он может. Мурат Бузиди против Питера Айртса. Ну что, какие прогнозы? Коллеги? Здесь очень сложно сделать прогноз из-за того, что непонятно, в какой форме находится Питер Айртс. Все-таки человеку 40. Питер Айртс очень хорошо выглядит. Он великолепно выглядит, я не спорю. То есть, но все-таки возраст, я думаю, вы согласитесь, есть возраст. Мурат Бузиди секундирует, я заметил, что Мелвин Мэнфорд. Просто не, да, не обращал внимания, кто секундирует Мурата Бузиди. Вот, ну, Мурат Бузиди боец такого крепкого уровня. В последнем бою с Гоханом Саки Мурат Бузиди был очень так сильно бит. Но у него нет какой-то такой особой скорости, в принципе, и не такой уж он и мощный спортсмен-то Бузиди. Ну, зато вот славен тем, что дважды побеждал Андерсона Брэддока Сильва Мурат Бузиди. Злой гений для Андерсона Брэддока. Сейчас пошел вперед Питер Айртс, и мы видим, что Бузиди начал работать на контратаках, то есть он принимает удар в блок и тут же отвечает. Поджал канатом Питер Айртс своего соперника, но тут же отпускает. Кстати, Айртс побеждал Гохана Саки, как мы помним, на одном из турниров в Японии. Ну, на К1, я просто не помню, на каком турнире. Довольно-таки жесткий и быстрый Питер Айртс. Да, как-то Питер Айртс, по-моему... Да, на фоне Бузиди. Как-то... Да не просто на фоне Бузиди. Он... Хоть, ну, конечно, это первая минута первого раунда, но все-таки в таком возрасте. Ну да, согласен. Тем не менее, я помню его поединок, вот один из последних против Тайрона Спонга, когда, то есть, Спонг именно за счет скорости просто-напросто не оставил шансов Питеру Айртсу. Но сейчас мы видим, что Айртс гораздо лучше готов. Хотя, может, именно уровень соперника, конечно. Все-таки Спонг повыше уровня, нежели Бузиди. Так, он пропустил Айртс, мне показалось, сейчас хайкик левый. Меряются хайкиками. Спортсмену мы видим, кто сильнее ударит. Кто кого перепнет. Ну да, то есть такой. Вот именно так складывается пока поединок.
20 секунд до конца первого раунда. Изначально бой Питера Айерса и Тайрона Спонга планировался как последний бой Питера, да, но потом, когда стало известно о данном турнире, то есть турнир был переделан уже постфактум, как последний бой Питера Айерса на территории стран Бенилюкса. Этот раунд, конечно, бесспорно Питер Айерс выиграл, я считаю. Да, мне тоже так кажется. Вначале начал так ярко, атаковал, пошел вперед, проводил многоударные комбинации. Ну, стоит, наверное, напомнить, что победитель данного боя встретится с Дэниелом Гидой. Ну, скорее всего, встретится с Дэниелом Гидой, потому что там соперник Дэниела не очень... Фабиано Аоки? Там поменяли соперника, там немножко другой боец будет. Фабиано Аоки Циклон не примет участие в этом турнире. Поменялась пара. Ну, Питер Айерс, да, побеждает. Вот, но все равно Дэниел Гита из Дэниел Гита. Посмотрим, как Питер Айерс хватит на второй раунд. Потому что первый получился очень энергозатратным. Что-то там произошло. Мне кажется, кто-то не выйдет на следующий раунд. Чуть ли, по-моему, не Питер Айерс. Да, Питер Айерс, похоже, не сможет выйти на второй раунд. Руку сломал. Просто после одного из ударов, возможно, да, я видел тоже этот момент, да, когда он попал не очень удачно. Как раз таки Питер Сен своим видом показал, что нет большого желания продолжать. О, нет, это не Мелвин Малфорд, просто человек подозрительно похожий на Мелвина Малфорда. Нет, нет, с бородой. Да, к сожалению. Хотя так хорошо начал Питер Айерс, но тем не менее проигрывает он этот поединок. Видно, что долго очень готовился к этому бою Питер Айерс. То есть в хорошей форме Питер. Вот этот момент, по-моему, как раз. Нет, сейчас вот, наверное, да. Там ну, просто по выражению лица, да, было всем понятно. Своим вот видом он показал. Вот он попал. Ага. И здесь тоже. И даже видно, вот он руку. Да, к сожалению, такие моменты бывают. Никто от них не застрахован.